Только у нас церковь и государство будут в соответствии с Конституцией слиты, то тогда да. Но на сегодняшний день, как мне казалось, у нас в Конституции закреплено, что церковь отделена от государства. По факту это не так. Церковь используется как машина подавления, причем я подчеркну это сразу, могу сказать, что под церковью я не подразумеваю хоть какую-то одну религию. Я церковь говорю вообще, да, потому что у нас несколько главенствующих религий, и все они используются не для утешения верующих их, что называется, треп, а используются для подавления хоть какой-нибудь мыслительной деятельности, я бы сказал бы.